У нас велика виникла проблема з цим навісом, з цим кафе. Люди собі дозволили так, як їм дозволила влада. Вони установили, ви бачите, це все пластик. Це не дозволено в старій частині міста. Вони дозволили собі без дозволу установити оцей громоздкий контейнер металевий. Вони збили фасад, вони збили підвіконники, вони збили боковини. Вони зробили різні мальованці, які не дозволено на фасаді. Я, власне, неодноразово писала нашому поважному меру, але, на превеликий жаль, на перший лист я не отримала відповіді, а на другий мені відповів замісник, я вам можу показати цей лист, відповів замісник мера нашого Каспрука Леонтій. Він, напевне, навіть не інформований, яку відповідь давали або яку дати. Десь він висмикнув такий дозвіл 30.03.15 року. Насамперед, моїм сусідам прийшло, що дозвіл даний, теж вам показую, він просто думав, що ми всі в різні, ми підтримуємо стосунки. Бачите? 13.10 дають відповідь, що 16.09 був наданий дозвіл підприємцю Якимчуку. Мені вони пишуть, що вони що дали 30.03.15. А насамперед, саме правдива відповідь це з департаменту містобудування, де на де переслав пан Бабчук, де вони пишуть, що дозволу у цього кафе немає і не може бути, тому вони пропонують терміново демонтувати літній майданчик та навіс по вулиці Кобилянській кафедральні. Що стосується дозвільної документації, повірте мені на слово або подивіться документи, все було согласовано. Якщо кого цікавить дана тема о исторической части города Черновцы и о строительстве различных не только общепитовских заведений, скажу, что все это происходит достаточно понятным способом. Любой человек, который хочет провести какой-либо ремонт, мы сейчас не говорим о летней площадке, обращается в отдел культурной спадщины. Данный отдел приводит специалисты, фотографирует. С чем это связано? Связано с тем, что на первых этажах нашего города могут сохраниться и на полу австрийская плитка, и на потолке разные мозаики. Пришли представители, сфотографировали, ничего ценного, к сожалению, не нашли. Было получено разрешение, которое мы можем продемонстрировать каждому на проведение строительных работ, в том числе в определенные сроки, в том числе и сертифицированные специалисты. Это стандартная процедура для нашего города. Мы ее не нарушали. Что было в этом решении? Скажем так, говорят, нас крысуют. Нас забовязали поставить вот эти деревянные двери. Никакого пластика, заметьте. Я просто показываю. Кстати, несколько заведений по правой стороне этой улицы, так, чтобы не быть голословно, сделали, позднее нас открыли, сделали то же самое. То есть я не в восторге от таких решений, это достаточно дорогое удовольствие, но тем не менее город просит, мы это делаем. Что касается испорченного фасада, мы можем посмотреть, что было раньше. Это была металлопластиковая дверь с заведения. Это была плитка ГРЭС по фасаду всему зданию. То есть мы за свои деньги, как мы видим, полностью все демонтировали, сделали штукатурку, убрали навес от кафе, который стоял, если помните, и летом, и зимой, то есть действительно мешал жителям этого города. Провели достаточно неплохие строительные работы. Действительно, я могу согласиться с жителями этого, скажем так, здания, что оно действительно приходит в такое запустение. С чем это связано? Связано где-то с недостаточным средств в нашем государстве и самими жильцами этого города. То есть, в принципе, вот видите наглядно, мы еще не начали работать. Вот можно показать, допустим, как разрушаются подоконники. То есть ведется антенна, запускается себе в окно, смотрим телевизор, влага попадает, подоконник разрушается. То есть изначально
он, наверное, был в целом состоянии. То есть виноваты ли мы, ну, не знаю, пусть определяют специалисты. Посмотрим немножко наверх, та же ситуация с проводами, на втором этаже тоже все падает. Если мы отойдем чуть дальше, вот камера снимает, на крыше лежит антенна, которая просто может вам сейчас свалиться на голову. То есть, ну, как это решать? Возможно, это люди делают очень важное, действительно, заявление, важную работу, создают какие-то организации, мы не против. Ну, как бы с нашей стороны мы готовы предоставить все документы на, скажем так, на согласование вот этого фасада, документация летней площадки, привязка и тому подобное. Я не знаю, будет ли это вам интересно, но, в принципе, вот проблема такая, мы как можем ее решаем, ну, последние месяцы то, что мы сделали, это делали гидроизоляцию внутреннего дворика, потому что ливневка не выдерживает, нас реально топило.